Пілонефріт у вагітних жінок провокується гормональними змінами та частіше виникає у тих, в кого до вагітності були навіть невеликі порушення у функціонуванні нирок. У беременных женщин почки – это достаточно такой вот важный индикатор в организме, который показывает об благополучии определенном. На почку идет большая нагрузка, на все органы идет нагрузка. Третий круг кровообращения на сердце, печень, конечно, большее количество нужно крови перегонять и детоксицировать. Вот, почка тоже, она, конечно, мы говорили вот о гистозах, о токсикозах, так называемых беременных, да, и в раннюю, и в позднюю, от того, как фильтруется кровь печенью и почками, вот женщина себя и чувствует. Від чого виникають ускладнення? От того, что сдавливаются, может быть, почки растущей маткой, сдавливаются мочеточники, они проходят как раз сзади этой матки в мочевой пузырь, сдавливается сам мочевой пузырь. Поэтому и восходящая, и другого плана инфекция, она приходит очень часто такое. Почему даже испокон веков каждую явку к врачу беременная женщина сдает мочу? Спрашивается, врачу нужна ли эта моча? Нет. Это доктор смотрит, хорошо ли работает эта почка, справляется ли, какой удельный вес, какая плотность это, есть ли там лейкоциты, есть ли там белок. Зміни у функціонуванні нирок та січовика спостерігаються з перших тижнів вагітності. Сначала мочевой пузырь сдавлен, потому что растет интенсивно маточка. Она еще небольшая, но на пузырь-то она уже давит. Вот. Частые мочеиспускания. Вот. Беременность сама по себе служит еще и как провокатор в том плане, что иммунитет всегда у женщин низкий. Ну и представьте, если бы у них был большой такой иммунитет, как прямо у всех крепких. Отторгались бы плоды. Правильно, это же все равно инородное. Хотя и родное. Вот. Поэтому, конечно, в таком состоянии организму сложно. На початку другого триместру вагітності лікар призначає аналіз сечі на стерильність. Для чего это, спрашивается? Потому что могут быть бессимптомные уже изменения. Такое понятие, как бессимптомная бактериурия. То есть бактерии уже с мочой выделяются в большом количестве. Мы допускаем, не мы, а вообще в целом допустимо, так скажем, 10 в третьей степени микробных тел на 1 мл содержимого, то есть мочи в этой нашей ситуации. То есть 1000, может быть, каких-нибудь микробов. Вот. Но когда это количество превышает, и мы получаем 10 в пятой, 10 в шестой степени каких-то стафилококков, кишечных палочек. Это уже дело плохо, это уже подлежит лечению, естественно. Чим загрожує плоду пілонефріт майбутньої матусі? Потому что эти микробы найдут себе путь другой и придут туда, куда их никто не просил. Вот. И будем мы потом на УЗИ видеть расширенные лоханки почек плода. Это все каким-то волшебным образом взаимосвязано. Вчасно здані аналізи – це єдина можливість виявити порушення, що починається у функціонуванні нирок. Спочатку безсимптомно, потім вже присоединяються всевозможні різні симптоми, приходить жінка і жалується на тянущі болі то ли в животі, то ли в спині, вот. І навіть лихорадка і температура, і в результаті ми упустили пілонефріт. Он называется во время беременности гестационный. Гестация – это беременная, вот, то есть пилонефрит беременных, либо гестационный пилонефрит. Вот тогда уже лечение антибиотиками, не то что препаратами трав, а антибиотиками уже по полной программе, конечно, пролечиваются беременные женщины. Иногда бывает очень коварные, что приходится фактически всю беременность лечить женщину. Есть и такие. Слабое место в организме было до беременности, а тут проявило. Таким вот образом. Поэтому надо женщин наших беречь, и они сами за собой должны очень следить.